Добрый день, вашему вниманию кофты бренд. Это просто такое название. На самом деле это стоковские вещички, которые вот сейчас как раз в данное время самые-самые актуальные. Итак, такое полупальтишко, полужакетик, полу-полу-полу, размер М-ка. Это новые вещи. Подробности об этом лоте вы смотрите, ссылки под описанием. Очень красивый кардиган, размер М. Тоже для них наступает сезон. Размер М. Они просто без бирок. Эта кофта уже спортивная. Она, знаете, немножко как термос, но она на самом деле не термос. Размер XL. Флис. Том Тейлор, размер L. Том Тейлор, размер M. Без бирок. Здесь пончо с карманами. Хорошо будет на, не знаю, можно даже на курточку. H&M куртка. Один слой синтепона. Она может быть кофтой, она может быть жакетиком. Как раз сейчас сезон настает. По размеру это S-ка. Еще одна классная штучка, ну это получается one size, это без определенного размера, то есть безразмерная, но у нее очень качественная фактура, качественная ткань. Тоже может заменить ветровку. Здесь S. Oliver, размер 46. Канда, жакет буклированный, женский. По размеру, причем эта линия премиум, по размеру, знаете, мне кажется, это L-ка. Вот я не увидела размер, но так вот по ощущениям это L-ка. Том Тейлор. Качество хорошее. И еще одна такая флисовая куртка, размер L-ка. Подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием.